букетик, вот достанется одной из девушек. Но это всего лишь игра. В том, что вы найдете половинку достойно вас и только вас, в этом никто не сомневается, девушка. Школу хотя бы закончить. Или что, уже надоело учиться, пора? Ну ладно, оставайтесь. Так, Людмила, не подглядывай. Лизочка, идите в компанию, создавайте. Кстати, Лизочка, я приготовил цветочек. Ой, то есть подарочек маленький. Лизочка, вам вместо букетика с вами, держите птичку. Девушки, два шага вперед. Любила, не подглядывай. Нет, значит, не очень высоко, но так достаточно далеко. Так, Юра, еще он тоже ловит. Так, значит, на счет три Людмила будет бросать букетик через голову. Та из девушек, которая первой накроется или первой половит букетик, по примете. Либо в этом году отметить свою свайпу, либо встретить своего суженого. Посмотрим, кто это результатный пример. Итак, на счет три Людмила через голову. Значит так, не очень высоко, но так достаточно далеко. Я стараюсь, раз. Да? Я еще потолок не попади. Раз, два, три. Кидаем. Контрольные. Просто. На счет три. Раз, два, три. Кидаем. А я вот смотрю, действительно. Жадная она какая. Правильно. Что-то я смотрю, да. Энтузиазм, блин. Хороший. Азарта. На счет три. Раз, два, три. Кидаем. И ловим. Если видео понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал.